Здравствуйте, с вами я, Килка 806 или 806, как вам угодно. И мы продолжаем, да? Да. Так, что у нас с деньгами? У нас с деньгами полная фигня, так что продаем эти штуки. Ух ты, сколько мы заработали, да. Да, сделаем этих. Поздравляю. И на них мы тратим золото, да? Опять продаем, мы же должны иметь какую-то сумму. Ну, что еще можем сейчас сделать? Добавляем сюда. Парочка пацанов, да? Берем этих 4 копейщиков, нужно их поставить. Да, что я заметил, мы еще не защищаем парочка других мест, откуда может начаться вторжение. Дело в том, что вроде бы оно отсюда не должно и не может начаться, но кто знает. А тут можем что делать? Тут мы как всегда ничего не можем делать, и тут мы ничего не можем строить. Нам везет, ничего не можем. Да, у нас дерево, у нас полно, как вы видите. Скоро придется искать место для нового склада, поэтому нужно нам построить множество этих, потому что я буду другие собираюсь я рушить. Да, вот эти нам придется разрушить для следующего склада, увы. Увы, но жизнь несправедлива. Нужно заранее построить новый склад. Потому что, как видите, этот уже тоже заполняется. А если бы можно было продавать дерево, то я бы его уже давно напродавал. Знаете, сколько у нас его? Обалдеть, слушайте, когда я буду играть в свободную игру, я только и лесопилки и буду. На них вот столько заработаете. А с жрачкой у меня пока все, как я вижу, полно. Люди довольны пока что, что мы можем здесь ничего. Все есть. Да, сейчас мы должны продать немножко этих. Так, что еще мы можем? Ничего, да. Ну, нужно нам еще. Ну, и нам, в принципе, это не надо. Да. 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 Ну, что мы еще можем построить? Ну, по крайней мере, давайте построим еще одну. Хотя подождите, что мы можем сейчас купить из войска. Ну да, 4 копейщика. Я поздравляю, что оружия не хватает. Это, скажем, случается. Я верю, что у нас только 3 монетки и недостаточно золота, да? А тут у нас что? Да, с этим базаром. Ничего не понимаю. Поздравляю, вот и не понимаете. Да, вы лучший из лучших, согласен. Знаете, мне чем-то кажется, что могут пойти еще противники с других сторон, но на самом деле это глупо. Мне кажется... Ух ты! Почему же нам никто не сообщает про медведя? Берем небольшую армию. И посылаем поиграть с медведем с ним в копии и ручки. Да. Что мы можем еще здесь продать? Отлично, отлично. Да. Тут еще есть медведи. Ох ты, яйцо злое. Ладно, завалим пока этого, он ближе. Ну и смотрим битву. Я поздравляю, что их атакует враг. Ура! Аллилуйя. Медвежонка больше нету. И убиваем сейчас этого медведя. Да, с вами у вас никаких с этими медведями проблем не будет. Надеюсь, что у вас никаких не будет. Слушайте, куда это медвежонка? Вот этот медведь. О. Мы потеряем парочку войска, но это ради нашего блага. Отлично. Уже
Ага, уже в пути наши монахи обещанные. Да, что мы можем теперь продать? Мы можем продать опять немножко этих. И что мы можем купить? Мы можем купить уже 6 копий. Да, у нас наконец-то есть войска, которыми мы можем нормально потусоваться, побазарить с ними. Они наступают. Кто наступает? Где? Ой-ой, на нас напали! Откуда? Откуда на нас напали? Слушайте, а откуда на нас напали? Чёрт! Мы могли строить стенку. Уже поздно. Я так и не посмотрел, да. Увы, такой я человек. Откуда они идут? Ну откуда они идут, парни? Ну где они, а? Что-то я не вижу, где они нападают. О, вот они. Идут парочка любимцев. Добреньких людей. Берем небольшое войско. Так, где они? Вот они. Да, идем воевать с ними, да, кричим ура, потому что идем же на свою смерть. О, еще есть парочка монахов. Так, а что у нас здесь делают монахи? У нас есть парочка монахов, которые с нами. Уже, да, сейчас там будет идти кровавая битва, а монахи пусть пока давайте их сохраним. Монахи нам потому что еще пригодятся, а эти уже идут. Волной. Эти парни очень мощные, это предупреждение, так что ни в коем случае не делайте глупости с ними. Эти парни любят подраться. А куда они бегают? Ах ты! Куда? Быстро! Назад, я сказал. Все, бегом. Парни! Да ё-моё, что вы стоите? Атаковать! Ух ты! Вы уже что-то убили? Круто! Мы уже убили их. А, нет, вон там они дерутся пока что. Да. И считайте, первую атаку мы отразили. У нас есть небольшое время до окончательного вторжения, так что советую вам что сделать. Советую я поставить всех в одну кучку. Да. И немножечко нам надо в замок еще. Желательно поставить крестьян, но небольшое количество, потому что нам нужно иметь набитый замок войсками. Ну и, в принципе, одного пикинера нам надо поставить туда, в принципе, для того, чтобы он мог стоять с лордом рядом, как телохранитель. Да, заранее сохраняемся, да. Да, мы сохранились. И ну, что еще хочу вам сказать? Окончательное вторжение будет скоро. У меня выходит по три видео обычно Stronghold, так что это было видео номер 2 за сегодня. Это уже номер тогда 5. И стресс номер 6 на сегодня. С вами был я, Килка 806 или 806, как вам угодно. До новых встреч на моем канале. Пока!